Всем привет! На часах 7 утра, и мы отправляемся в аэропорт, чтобы начать наше путешествие. Знаешь, рум-тур, чек, чек, вид. Другой мир. Сейчас бы на Ямайке, в Хилтоне отдыхать. А это небольшой киоск с напитками и едой на первом этаже в отеле. Можно взять капучино, фреш и так далее. Ты будешь моим главным героем. В моем блоге. А? Не уверен, что так тяжело. На Ямайке нет классных роллов. Всем привет! Мы в Панаме, сходили на завтрак, и сегодня у нас грандиозные планы, у меня грандиозные планы на шопинг. Пойдем в самый популярный и большой здесь торговый центр. Я наконец-то зайду в Зару, в свою любимую. Мы посмотрим, что там есть. Вот, попробую поснимать. У нас вот такой вид из окна, сейчас покажу. Сегодня шикарная погода, не жарко, солнечно, вчера было дождливо, пасмурно. Вот, сегодня будем гулять и смотреть город. Кажется, это денежное дерево. Очень похоже. Я не знаю, как оно растет не в горшке в домашних условиях. Но выглядит внушающе. Тут вообще все выглядит внушающе после Ямайки. Мы идем в мультиплазу, как раз около нее. Мне кажется, жара, я не знаю, градусов 40 ощущается. Из-за того, что ты в мегаполисе, на Ямайке так и не чувствуется. Вот. Идем по Мультиплазу.
Zara Home. Вообще так как-то радостно на нее смотреть. Заходить мы туда, конечно же, не будем, потому что, если честно, нам нет смысла там что-то покупать. Мы потом едем в Аргентину, но очень-очень рада ее видеть. Ассортимент, кстати, огромный на самом деле. Тут еще работает вроде онлайн-сайт, поэтому можно заказывать все, что хочешь. Это Зарочка. Наконец-то мы встретились. Так, я наконец-то добралась до Зары. Выбор, конечно, так себе, но кое-что нашла. Такое платье, но я взяла размер S, и, видимо, мне нужен уже XS. И майская жизнь сурова. Так очень красиво, но зелена. Следующий лот у нас вот такие шортики в стиле, как я думаю, Изабель Марант. Вот такая майка драная, вязаная. Сейчас модно быть немножко такой, так, в таком расхлябанном стиле. Не знаю. Шортики прикольные. Думала, мне может быть размер побольше, но S. Вот. Сегодня мы гуляем по старому городу, живем мы вот там, захотели посмотреть на что-то другое. Вчера нам показал это место наш экскурсовод, очень красиво, очень много классных баров, ресторанов, и выглядит все как такая Европа, Испания, но немного отличается, люди очень классные, после Ямайки все намного больше нравится. И намного интереснее здесь гулять, все рассматривать. Вот, дальше покажу вам несколько видео из нашей экскурсии вчерашней и, возможно, что-то из сегодняшнего дня. Обычно тут пеликаны летят, рыбачат, и когда рыбы много, они тут стаями ходят, косяками прям. Ну, давай, Израиль, большое спасибо. Я себе представляю примерно так, Майами, мне интересно покушать. Так выглядит. Вот где кто был? Сингапур, Гонконг, да. Майами, да, Нью-Йорк. Вот когда мы повернем уже налево-налево и будем ехать, весь город будет вот прям рядышком, как Талагон. Рыбаков сегодня прям в море вышло очень много, стоят вон рыбачат. Штилище. Да, лодочек много. Какого-то волнения на воде здесь вообще. Вот сюда другое место. Вот они выбрали полуостров такой в океане. И чтобы оградить город от нападения, они его окружили крепостной стеной. Со временем она разрушилась и остались вот в этом месте вот эти вот более-менее заметные руины. Остальное все уже до основания наружу распущенное. На ее основание кое-какие дома даже живые построили. Отправились конкистадоры на завоевание Перу. Шли они не выиграли, заложили город, испанцы его заложили, отстроили, и индейцы сожгли, испанцы опять его построили, индейцы опять сожгли. В итоге бросили они этот город и ушли в другое место, там городок Акла был. Из этого города он уже отправлялся там дальше на открытие Тихого океана и прочее, прочее. А само название, да, только сохранилось, понравилось истории. Каждый год 8 сентября они празднуют День Святой Марии Донецкой, своей покровительницы. Перед собором выставляют ленточки.
выкладывать огромные шутки, на этих шутках вешают и ленточки. So observe the following vessel and graph here at Neva Flores. Just remind you once you... Первый раз в жизни. Отличный, я расскажу. А, ну, может быть, ищет все, что вы видите, покупную сами.